Всем привет, с вами Ледяной, и сегодня будет небольшой такой обзорчик на замечательное приспособление, которое я выиграл в группе SNES Classic Mini, и совместный конкурс был с группой Gaming Retro за 30 и группа SNES Classic Mini. В общем, там нужно было сделать репост, и была возможность выиграть вот такую штучку, собственно, что у меня и получилось сделать. Ссылку на группу оставлю в описании. Что это такое? Данное приспособление, как и написано, является ретро-ресивером для таких приставок, как NES и SNES Classic Mini. То есть, мы берем вот эту вот штучку, этот наш адаптер, и вставляем ее в разъем для геймпадов приставки. Нажимаем на кнопочку, и у нас идет поиск Bluetooth устройств. Тем самым мы можем играть на обычной проводной приставке беспроводным джойстиком. Таким как просто беспроводным аналогом NES-овского джойстика. Также подходят геймпады от PlayStation 3 и PlayStation 4. Вон сзади в аннотации тут, в принципе, все и написано. Также подходит Wii контроллеры. Эту штучку я проверил. Сначала у меня возникли небольшие сложности. Не получилось найти геймпад PlayStation 3, 4. Но я написал администратору группы, собственно, который мне выслал этот адаптер. И он мне скинул сайт, на котором можно скачать прошивку для данного адаптера. И все получилось. Ссылку на прошивку я также прикреплю в описании к этому ролику. Также в комплекте был вот такой вот маленький-маленький проводочек USB, micro-USB. То есть micro-USB мы вставляем сюда. И с помощью этого кабеля, ну, во-первых, мы можем поменять прошивку устройства. Но, как повторюсь, изначально ее назначение, вот здесь проприетарный разъемчик такой, который вы видели на NES Classic Mini и SNES Classic Mini. На мой взгляд, это очень великолепное решение, потому что без провода действительно играть приятнее. И input lag я не заметил при тесте. Да, попозже сниму видео, как конкретно я тестирую эту штучку. Вы заметите сами, может быть, какое-то замедление. Но геймпад от 4-й PlayStation вообще подошел идеально. Единственное, я не тестировал геймпад, знаете, как на Алиэкспрессах продается, просто как, допустим, NES Classic Mini, но беспроводной. У меня его нету. Я не знаю, какая отзывчивость будет у него. Но в некоторых случаях, вот признаюсь честно, я на геймпаде от PlayStation 4, ну вот, играю крайне редко 8-битные игры, потому что мне важна какая-то аутентичность, что ли. А геймпад NES Classic Mini, вот он, это кирпичик 8-битных игр, самое то. Поэтому решать вам, нужна вам такая штучка, не нужна. В любом случае, стоят они не особо дорого, от 300 до 500 рублей, как правило. Но, я повторюсь, мне она досталась совершенно случайно, сделал репост, и вот она у меня. Вот, вроде бы и все. Красненький обзор, не обзор, не знаю, как назвать, сильно слова не придирайтесь на эту штучку. Надеюсь, был полезен. Все, всем спасибо.